Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І традиційно о цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Осінь – це пора, багата не лише на врожаї. Саме у цей період творче натхнення дарують наші талановиті земляки. І сьогодні про цікаві пропозиції корисного, насиченого проведення дозвілля нам розкажуть представники обласного творчого об'єднання «Прибужжя». У нас у гостях керівник, заслужений працівник культури України Валентина Кривцова, а також художник Василь Нікітін. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні такі гарні прийшли до нас у гості і так прикрасили нашу студію. Я завжди дивуюся, коли прибужани приходять, тому що щоразу це щось новеньке, особливе, цікаве, яскраве. Ну і сьогодні, шановні друзі, ви бачите самі, наскільки студія наша прикрашена, прибрана у певному особливому стилі. Між тим, Валентино, до вас перше запитання буде, чим цікавим здивуєте миколаївців, гостей нашого міста восени, саме зараз, цікаві проекти, які є? В этом году, в феврале месяце, начался третий выставочный цикл «Новые имена Миколаевщины». Этот проект создан областным центром народного творчества и также объединением «Прибужья». Вы автор проекта, да? Я автор проекта. Куратором проекта является директор областного центра «Баштовая» Наталья Анатольевна. То есть проект именно направлен на поддержку новых талантов нашей области. И он стартовал уже в этом году. Это третий выпуск, где 10 первых персональных выставок покажут мастера и художники-аматоры, которые проживают на территории нашей области. А сколько показали уже? Потому что я знаю, что новые такие звездочки уже засверкали на горизонте талантов Николаевщины, и люди узнали действительно новые имена. Уже свою выставку презентовала Ильяна Затишняк, которая представила вышитую икону. Также Наталья Ракитина из Баштанки, это была декоративная роспись. И Татьяна Веремин, как квиллинг и вышитые картины. Сейчас мы ждем буквально через неделю открытия еще одной персональной выставки мастерицы из Баштанки, художницы, мастера. Это Алла Бондарева. Об этом мы обязательно поговорим сегодня в нашей встрече. А зараз, шановні друзі, я хочу запросити вас помандрувати світом творчості наших земляків і переглянути, знаєте, такі сторінки особливі проєкту «Нові імена Миколаївщини» за допомогою наступної відеозамальовки. Давайте дивитися. Thank you.
лише милуватися, насолоджуватися красою творчості наших земляків. Сьогодні, друзі, я хочу наголосити, що ми говоримо про проект «Нові імена Миколаївщини», який презентують майстри, художники обласного творчого об'єднання «Прибужжя». Сьогодні представники об'єднання у нас у гостях. І, Валентина, ми можемо теж пригласить наших зрителей к беседе нашей и познакомить, а может напомнить о действительно новом имени, которое, я так думаю, что обязательно засияет на творческом горизонте Николаевщины. У нас в гостях? У нас в гостях наш новый художник, который совсем недавно стал членом нашего объединения, буквально вот в начале этого года, это Василий Никитин. Ну, скажем так, талант из Врадевского района. Василий, спасибо большое, что вы сегодня, знаете, не просто украсили нашу студию своими работами, а заявили о новом каком-то, знаете, своем видении красоты родного края. Потому что наша студия, знаете, вот приходит человек, и сразу она наполнена, да, тем, что он приносит с собой. Творческий человек, творчеством, это понятно, но обязательно присутствует харизма. Скажите, пожалуйста, с чего начался ваш творческий путь, поиск? Ну, вообще, как бы, я никогда не планировал быть художником, у меня немножко другие планы были на себя. Ну, как сказать, я всегда рисовал, конечно, и в школе рисовал, и еще в детском садике рисовал, ну, как и все. Но вообще, как бы, я рисовал, помню, картину одну, когда я учился еще в училище на повара, и я на конкурс нарисовал картину натюрморт. Там были фрукты, такие вот цветочки. И друг мой заметил это. Ну, мы сидели на кухне у меня. Она, я ее там как раз повесил ее. И мы пили чай вечером. И он такой смотрит, говорит, а ты нарисовал? Я говорю, да. Он говорит, а почему бы тебе не заняться этим? То есть это не так давно было, насколько я понимаю, ну, это да? было, ну, как, сравнительно, ну, 8 лет назад. Получается. То есть это как старт определенный, да, для вас был? Да. После этого я... Мне самому как бы стало интересно, вот, а почему бы и нет, не попробовать. И с чего начать? Как бы интернета тогда у меня еще не было, ну, такой возможности посмотреть это. И я купил себе книжку по рисованию и начал. Вот есть портрет. Вот. Угу. Это карандашом, первый мой, да? портрет, который я нарисовал. Это моя племянница, ей там один годик, по-моему, они помнят. И вот по книжке этой я вот попробовал вот. Василий, ну понимаете, вот я тоже читаю книгу, и много наших зрителей читают книги, если, например, есть интерес. Но сесть и нарисовать племянницу и с портретной именно начать работы, это сложнейший вид, правильно? Это техника сложнейшая, нарисовать человека. Ну, конечно. Что для вас послужило как бы основой, отправной точкой? Вот потому что портрет – это харизма, это характер, да? Насколько сложной для вас была работа, тем более это первая работа? Ну, я не знаю, мне как-то всегда нравились портреты, я как раньше смотрел работы это художников. Это опасно, понимаете, получится, не получится. Если цветочек другой немножко получится, это уже не так, собственно говоря, ответственно. А портрет, он или получится, да. или не получится. Здесь вариантов нет. Как-то, не знаю, ты никогда не боялся рисовать портреты, вот. А получится, не получится, ну, не получится, можно заново что-то начать попробовать. Как долго вы работали, вот первая работа, сколько времени забрала у вас? Это я не помню, часа 3, но потом я еще дорабатывал немножко так вот, какие-то моменты. То есть 8 лет вы уже вот в этом состоянии души, да, мы будем говорить, что это не занятие, а это состояние души. Ну, конечно, я этим сейчас только живу, я не вижу себя вообще без рисования. Вот. То есть основная профессия отошла в сторону? Да. Что можно сказать? Это хобби ваше? Это дело вот сейчас в вашей жизни? Это ваше будущее? Или это действительно состояние души, которое там через 10 лет будет что-то другое в творческом поиске, что-то найдется еще? Ну, это, наверное, состояние души. Ну, и, наверное, это хобби. Все вместе, вместе, да? Ну, как бы хобби – это то, что занимает мой ум, ну, вообще ум человека полностью. Ну, наверное, это так и есть. Это определенная, наверное, философия жизни, да, вот такого творческого плана. Валентина, когда впервые вы увидели работы Василия, что вас как профессионала удивило, акцент на чем вы можете сделать? Потому что для нас это красиво, ярко, необычно, самобытно. Вы как оцениваете? Ну, первые работы, с которыми меня Василий познакомил, конечно же, это были и портреты, это были пейзажи. Натюрморты. Удивило то, что для начинающего художника
очень характерные портреты, очень харизматичные портреты. То, что, казалось бы, такой вот, да, юный, молодой человек, но как тонко он чувствует и передает состояние души, самого вот состояния вот этого образа, особенно портреты женщин, которые, вот портрет мамы, да, Василий, по-моему? Да, это портрет мамы, и вот здесь внизу тоже, да, портрет мамы. Да, вот это такой, которым гордится, можно сказать, Василий, может быть. Я думаю, да, мама гордится, потому что, вы посмотрите, это очень сложнейшая работа, характерная работа, да, глубокая. Передать морщинки, передать вот эту вот, может быть, усталость в чем-то, но это красивые, вот красивые морщинки, красивая усталость. Она такая, знаете, внутренняя какая-то вот наполненная работа эта. Ее можно долго рассматривать. Вот это первый признак того, что работа глубокая. Когда ты не посмотрел и хочется идти дальше, да, что там следующее, да, а хочется остановиться и просмотреть буквально каждый штришок. Потому что работа изнутри, вот как-то она, знаете, как работа работает, да, образ живет. Да, и, конечно же, удивили, восхитили, может быть, цвета. Цвета, которые применяют в своей палитре художник, они настолько насыщенные, они яркие, они, ну, можно сказать, что настолько позитивные, открытые, может быть, даже слишком в каких-то моментах открытые, но насколько они, игра вот этой палитры, они дополняют вот тона, полутона, но они настолько динамичные. И, конечно же, то, что Вася изображает в основном, это природу нашего края. Это та же Ольвия, это тот же Николаев, это тоже наше любимое море. И, конечно же, прекрасные, пишет церкви, это Врадьевка. Особенно мне нравятся его картины, там, где он изображает, играя цветами, осень. Ну да, вот как раз у нас церковь на переднем плане и осень. Вы знаете, когда мы встречались неоднократно с художниками, которые изображают какие-то знакомые для нас места, как правило, вот почему-то юг, он больше в пастельной гамме вот представлен. Потому, ну, разные причины. Может быть, то, что солнце яркое, выжженная степь у нас, да? Да-да. И вот когда была у нас зарисовка, представленность творческих работ участников проекта «Новые имена», работы Василия выделялись, да, из общей канвы, насыщенной. Своим, да. Вась, почему вот так вот такое сочетание берете острое цветов? Немножко опасно, потому что, знаете, вот ярко, и здесь, чтобы это не выдавалось особенно. Тем не менее, оно у вас очень гармонично получается. Ну, я не знаю, мне как-то не нравится вот такая серость, скучность. Она присутствует везде, нас окружает. И я стараюсь увидеть вот именно цвет, то состояние, и усилить это все на картине и передать это. Вообще на мое творчество очень сильно повлиял художник, как Мовчан Виталий Федорович, это заслуженный художник Украины. Мы с ним работали на пленэре в Карпатах, и вот после общения с ним он мне как открыл глаза, может быть, на цвет, на все вот это вот. И после этого я стал работать вот в такой цветовой гамме. Хочу сделать акцент, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях художник-аматор, не профессионал абсолютно, человек, который ищет себя, который находит себя в творчестве. И вот вы видите, сегодня вы слышите, может быть, какие-то творческие откровения о том, что в поиске личном обязательно найдется какой-то наставник, человек, который поможет, который направит. Василий, но когда вот в работе с профессиональным художником, да, заслуженным, на что вы обращаете внимание? То, что вы молоды и вас можно направить, это уже, собственно говоря, ну, сама должность его позволяет ему, а вы? Ну как, я обращаю внимание, ну, на его какие-то советы, там, замечания, его, может быть. В его творчестве, на его что творчестве вы обращаете внимание? Ну, первым делом, как, я обращаю внимание на то, что пишет человек. Вот. Техника. Техника, вот, суть, ну, картин вот этого всего, вот, не знаю, вот. Так. То есть творчество профессионала, оно разнообразно, да, многогранно, и когда ты знакомишься, каждый раз что-то новенькое, да, что-то особенное. Да, может быть, что-то я не понимаю еще, что-то я, может, как-то внутренне отвергаю, но я стараюсь это все понять, вот, и, может быть, что-то применить в своем творчестве как-то. Когда вы стали членом творческого объединения «Прибужье», кто из наших местных мастеров, художников вас удивляет, и что вы для себя выберете? То, что вы пришли в «Прибужье» со своим уже опытом и багажом творческим, это очень украшает, я думаю, что общую палитру. А для вас
Какое открытие было в Прибужье? В Прибужье? Ну, это прежде всего как знакомство с творческими людьми, это общение. Ну, я еще не всех, конечно, знаю, но те выставки, на которых я побывал, эти три выставки, мне очень понравились. Квиллинг, эта живопись тоже очень сильно понравилась. Сегодня у нас в студии представлены разные техники, разные виды работ. У вас появляется что-то новое, резьба. Это одно из то, что подарили прибужане, потому что там много таких мощных мастеров по резьбе. Ну, пока или еще это ваше нет, это я сейчас учусь в колледже, и мы проходим там вот тоже у нас. Ну, основное направление – это резьба, и я вот попробовал себя. Ну, у меня получается очень хорошо, мне нравится. Ну, конечно, это не то, чему я уделяю все свое время. Но, тем не менее, вот так вот получается. Творческий поиск, да? Ну, да, может быть такое. Может, в дальнейшем я что-то и сделаю такое монументальное, интересное. Мы даже не сомневаемся, потому что если за 8 лет у вас уже вот такой вот багаж скоплен, наработан, прочувствован, то вполне возможно, что еще через 10 лет монументальные работы будут у нас в студии. Валентина, когда вы вводите в свой круг, круг состоявшийся уже очень опытных, мощных, крепких мастеров, творческое объединение Прибужья, молодых, знаете, таких, которые только начинают. С чего для вас, вот что важно вам для них открыть, чтобы они не теряли веру в себя, чтобы они продолжали свое дело, открывались для николаевцев, для земляков? Ну, вы знаете, так получилось, что я очень этому рада, что у нас атмосфера в нашем объединении очень творческая и позитивная. И что... Слава Богу, наши уже заслуженные мастера и художники не боятся учиться даже у молодых. Правда? Конечно. Это интересно. Потому что я знаю, что они поддерживают отношения, они перезваниваются, они встречаются. Вот я знаю, что так характерами как-то более сошлись на последней выставке. Это Ирина Лотария и вот Василий. Что-то у них в творчестве, может, или тематика, или вот цветовая. Яркость, наверное, да, да, да. Цветовая гамма, скорее всего, вот их как-то в творчестве сблизила. И я очень всегда этому радуюсь. И, в общем-то, у меня нет особых таких проблем ввести молодых мастеров и художников в наше объединение. Потому что настолько располагающая атмосфера, что они уже, знаете, как рыба в воде. Им просто, и к тому же, мы всегда отбираем самых лучших. Конечно. Им есть что показать. Конечно, заявить о себе. Когда мы увидим работы Василия в персональной выставке, когда будет именно его выставка? И Василий также является участником третьего выставочного цикла «Новые имена Миколаївщини». Цикл еще продлится в следующем году, в 2016. И персональная выставка Василия состоится в апреле месяце в Краєвєдческом нашем музее. Я думаю, что обязательно мы анонсируем эту выставку. Вы придете, возможно, с новыми какими-то работами. Есть, кстати, какие-то уже идеи новенькие, особенные? Есть, конечно, идеи очень масштабные, кстати. Есть несколько идей не по выставке, а так вот, очень масштабных, всеукраинский такой проект я задумал, но я пока не буду раскрывать. Всеукраинский? Да. Ну, вы видите, дорогие друзья, мы даже не сомневались, что масштабность не оставит себя долго ждать, не заставит. Валентина, сейчас, вот вы в начале нашей встречи говорили, что вот-вот откроется выставка еще одной участницы, и давайте да, действительно, пригласим. 23 сентября в 12:00 в областном Краєвєдческом музеї состоится открытие выставки мастерицы из Баштанки Аллы Бондаревой. Она представит живописные работы, выполненные в манере наивной живописи, и также декоративная роспись. Мы всех ждем. Да. Алла Сергеевна была у нас в студии, дорогие друзья. Сейчас я хочу пригласить вас вот немножко напомнить штрихи творчества Аллы Бондаревой. Давайте посмотрим следующую зарисовку.
творчество Аллы Бондаревой самобытно, ярко, и я думаю, что выставка будет не менее яркой, да? Вот что заявляется уже сейчас, что можно? На сегодняшний день мы будем представлять, помимо ее работ, это, конечно же, мастер-класс, потому что Алла Бондарева без своей творческой семьи, но она просто не может существовать, потому что там, начиная и дочь, и внуки, и сестра, все занимаются творчеством. И именно семья Бондаревых в апреле месяце участвовала в областном смотре «Єдина родина» и заняли кубок и грамоту. Мы видели, да, фотографии? Да, как «Краща родина» 2015 року. Мастер-классы будут по росписи, декоративной росписи на объемных материалах. Это будут малеванки, досточки, тарелки расписные. Ну, посмотрим. Будет интересно. Вы знаете, каждый раз, когда вот действительно окунаешься в творчество аматора, чувствуется действительно определенная наполненность. И когда Алла Сергеевна приходила к нам в студию, в личной беседе, я вам хочу, дорогие друзья, сказать, что очень милая, добродушная женщина. И такие же работы у нее яркие, очень теплые, семейные. И вот когда мы смотрели, уже я слушала разговор профессионалов, это как примитивная живопись, сельская живопись считается, да? Но в чем ценность, особенность этих работ? Ценность в том, что у художника не стоит задача, ну, досконально, точно передать именно природу, натюрморт, предметы, которые вот изображены на картине. Она, скажем так, может с импрессионизмом, вот вдох, вот ее ощущение, вот как она это видит, вот как она это чувствует. И я бы сказала, что вообще считается, что наивная живопись, сельская живопись, это просто хобби. Вот. Но можно сказать, что для Аллы Бондаревой это не только хобби, это ее жизнь, это состояние ее души. И вы знаете, вот с того момента, как вот я познакомилась с Аллой Сергеевной, она очень растет. У нее за год буквально и техника изменилась, и сюжетная линия изменилась. Это влияние Прибужья все-таки, или это личностные какие-то моменты? Ну, во-первых, если начнем с того, что если у художника, у мастера есть внутренний потенциал, он будет расти по-любому. А, конечно же, она является, ну, участницей, самой активной участницей нашего объединения. И, конечно же, это уже опыт. Она много общается с мастерами, она не боится принимать советы, точки зрения других художников. И, конечно же, берет на выставках самое лучшее, самое позитивное, и тут же старается применить это в своих работах. Тем более там в Баштанке очень много действительно ярких таких личностей, художниц, да, там пласт, мастериц. Пласт, целый творческий пласт. И я думаю, что мы всех их увидим на открытии выставки, потому что Баштанка вся собирается приехать на открытие. Даже не сомневаемся, баштанцы, они очень дружные. Народ, и это очень радует, потому что открытые душой, яркие, добрые люди, талантливые, самое главное, талантливые. Итак, это среда? Среда, 23 сентября в 12:00, милости просим на открытие персональной выставки Аллы Бондаревой в Краеведческом музее. Я очень благодарна за эту встречу, как всегда она, знаете, такой яркой у нас получилась, потому что творчество яркое. Сегодня Василия было представлено и участников творческого объединения Прибужья. Я хочу пожелать вам удачи, творческих успехов и открытий новых имен. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, бажаю вам миру, добра, злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.